Всех приветствую, я Наталья, вы на канале «Все сами своими руками». Только что пришла я с магазина, не терпится вам похвастаться. Купила я вот такие вот разные цветочки, уже готовлюсь я к огородному сезону. Приобрела я вот такой вот пион, называется сорт «Серебрити», вот такой красавчик. Сейчас будем распаковывать с вами и смотреть. Так, что у нас по нему пишут? Так, высота у него довольно-таки высокий, 95 сантиметров. Солнце полутень пишут. Сейчас будем смотреть с вами, какие корешочки. Я там видела, есть один уже даже росточек. Что-то не нашла я, чей производитель. Ну, скорее всего, наверное, Китай. Что-то все по-нерусски, по-нерусски. И упаковка-то какая-то. По-нерусски все. Сейчас я... У нас, слава богу, немножко выпал снежок. Грязь все присыпала. Так, что тут с корешочком? Ну, корешок, в принципе, хороший. Сейчас я все это дело буду замачивать. И буду садить уже я его в землю. Потому что смысла нет держать. Уже дал росточек, значит, он уже проснулся. Один больше не положили. Один. Хороший, плотный. Отлично. Так. Давайте. Так, это Хоста. Рэндоус Энд. По-нерусски читать вообще не умею. Так. Такая вот красавица. Просто обалденная. Сейчас посмотрим, какой здесь корешок. Запакованы хорошо. Цены я сейчас не помню, цены я вставлю в описании. Так, ну корешочек хороший, а вот тоже, видите, просыпается. Сейчас все это дело буду замачивать. Очень довольно-таки хороший корешок. Плотный. Беленький, светленький. Отлично. Скорее всего, его я буду садить, знаете, сейчас, когда покажу, вот такие есть эти мешочки. В мешочек я потом, когда буду садить, наверное, покажу. Так, это у нас Хоста. Покупала, кстати, мешочки я эти на AliExpress. Так, это у меня желтый пион. Желтый пион. Так. Так, а что у нас? Что-то я вам не характеристики, ничего не говорю. Так, а что у нас здесь по этой, по хосте-то? Хоста у нас... Так, а что у нас хоста-то? 50 сантиметров она высотой растет. Ну, тут вот все по-нерусски. Ну, вот такая. Ну, в принципе, высоконькая довольно-таки, 50 сантиметров. 50 сантиметров. Полутень-тень. Так, пион. Желтый. Высота 80 сантиметров у него идет. А размер цветка что-то я понять не могу. 1-2 почки. Видите, написано. Вот здесь вот это вот пишут. 1-2 почки. Здесь пишут 2-3 почки, видите, вот это вот 2-3 почки. А здесь вот пишут 1-2 почки. Так что посмотрим, сколько сейчас здесь почек. Так, посмотрим. Хороший очень корешочек. Ну, я бы сказала, даже 3 почки. Вот 1, 2, 3. Видите, тоже проснулся. Корешок довольно-таки хороший, плотный. Отлично. В общем, мне один раз я купила пион, и, видать, то ли отломился, то ли что еще, был прямо такой небольшой зародыш. Хорошенький. Сейчас тоже буду все это замачивать, и завтра буду все это садить. Очень давно я охотилась за желтым пионом. Очень давно. Слава богу, купила. Ой, намусорила сколько. И купила я вот такой вот флокс оранжевый. Ну, скорее всего, китайские. Но качество очень хорошее. Флокс оранж. Сейчас тоже почитаем про него, что тут пишут. Так, высота 70 сантиметров.
Ну, информации довольно-таки мало. Вот здесь вот на оборотной стороне еще написано, я ничего не вижу. Вот надо по-русски есть только найти вот здесь вот. Ничего не вижу. Ну да, это скорее всего все китайское, но качество очень хорошее. Так, ну китайское, китайское, у нас сейчас все китайское, лишь бы качество было. О, тоже отлично, видите, тоже дали росточки. Корешочки все отличные, плотненькие, гнилых нет, сердцевинка вся отличная. Тоже сейчас буду делать и сеять. Когда вот такие росточки, надо садить сразу, потому что потом корень сам себя изъест. Так что вот такие вот, вот такой красивый будет пиончик, ой, господи, флоксик. Флоксы у меня есть, мои, покупали, но буду я их пересаживать в этом году. Вот такие вот мешочки. Эти хорошие мешочки, они из нетканого материала, но через них проходят корни. Я покупала их на Алиэкспресс очень довольно-таки давно, 100 штук, по-моему, за 100 рублей. Вот таких вот две пачки я покупала. Вот. Так что вот эти вот мелкие я буду сеять в них, потому что, чтобы корешочки сейчас долго сидеть будут, дадут корешочки, чтобы потом можно было очень хорошо пересадить. Так что некоторые шьют сами такие мешочки. Они, в принципе, довольно-таки объемные. Сейчас я покажу один. Довольно-таки объемные. Вот видите. Довольно-таки объемные. Но они по-разному по размеру есть. Я в него землю насыплю, в него корешок. И этот мешочек, скорее всего, тоже, наверное, в землю. Чтобы, если корни вылезли, чтобы они пошли в землю, а не по стакану. Вот так что вот так вот. Вот такие вот покупочки я купила. Очень-очень довольна. Прям счастлива. Уже руки чешутся, садить надо все. Ладненько. Всем по... кстати, еще не похвасталась. Набрала семян. Ну, наверное, уже буду делать другой обзор. Всем пока. Спасибо, что смотрите.